Так, всем привет, дорогие друзья, с вами Чен Вол, и сегодня я буду играть с Микки Уплей, с Тимуром Плей, в Гартик Фон. Да, всем салам алейкум. Ну что, пацаны, надеюсь, вы готовы. Сейчас я запускаю игрульку. Я готов. Ну хорошо, тогда мы начинаем. Все, короче, как всегда, не говорите, кто что рисует, потому что иначе весь интерес пропадет. Хорошо. Все. Ага. Это у Тимура там, да? Это у меня. А, у тебя хорошо, ладно. Так. Мне кажется, ее самая нереальная выглядит. Ой, ладно. Все, я написал. О. Так, сейчас я допишу. Все, готово. Готово. У Тимура перед ну, подключением. Ну ладно, ничего страшного. О, все. Так. Так, бабка, Гренни, Мишка, кто Фредди. Это? Кто это написал? Так, бабка, Гренни, надеюсь, Мишка, Тимура Фредди. Надеюсь, хотя бы полегче. Я не понимаю, как это написать. Да, играют в шашки. Ладно, сейчас. Бляха, ну это сложно сейчас. Я не знаю, как это просто нарисовать. Раз, шашка, два. А ну-ка. Ну все, в принципе, я нарисовал, все. Ой. Надеюсь, ой, пацаны, у вас получится еще лучше картины. Ой. А у меня вообще угарный шедевр. Да, это шедевр. Так, ладно. Короче, а кто ой там сейчас дорисовывает? Ой. Я так предполагаю, это Тимур дорисовывает сейчас еще. Конечно. Ну да-да-да. Кто это написал, интересно? Осуждаю такое. Ладно. Вот так. Все, написал. Ладно, надеюсь. Так, ладно, включаю озвучку. Так, все, включаю озвучку. Все. Ладно, погнали. Смотрим. Ну, это я написал, да. А где Грэнни? Где Мишка Фредди? Нету. Ах ты ж. Осуждаю такой никнейм. Ну я да. Я типа за доброту. Прям на душе, так сказать. И последний. А, вот кто это написал. Понятно. Ну я примерно так увидел синус числа. Ладно, понятно. Игра была неплохая, ладно. Погнали дальше, короче. Да. Это вторая игра. А у нас, ребят, сегодня будет примерно... Это уже вторая игра, а у нас будет их еще... У нас будет их еще 8, как мы договорились, пацанами. Так... Сейчас я такое придумаю, вам даже во вредных снах не снилось. Я уже все. У меня готово. О, у меня есть план, у меня есть план, я знаю, что я напишу. О. Так, ладно. Но мне кажется... Так, ладно, сейчас мы что-то попытаемся-то и нарисовать. У меня, ну,
А вы что-нибудь поняли? Я нарисовал тоже. Мне кажется, вы по картинке поймете, что... Ладно, я уже тоже закончил. Это... Ладно, я промолчу, пожалуй. Что? Все, я написал. Я тоже. Я боюсь представить, что сейчас там будет. Я тоже. Ну-ка. Вам понравилось, сделаю я вам. Ну, это я написал. Вам понравилось. О, сейчас вы. А это кто вообще? Это очень круто. О, да, согласен, это очень круто. Ладно, погнали дальше. А что? Я не понял прикола вообще. А, вот кто это написал. Да, личный вопрос. На кого? На всех. Да я не понял, на кого? На всех. Ну, я и написал вот так. Хачапури, вау. А, вот кто хачапури написал. Ну, я нарисовал хачапури, как я делал. Кто? Ну, это так, я так чего вижу, хачапури. А, это Вова, осуждаем. Осуждаем, что мы снимаем. Ладно, короче. Ладно, третья игра уже пошла сейчас. Ой, будет угар. Да. Так. Блин, такой сложный выбор, что вы написать. Ой, не придумал. Надеюсь, вы меня не будете осуждать. Ладно. Все, у меня готовы, ребята. Я такое еще загадаю. Постолько не отрубит. Да у меня будет вообще трындец, я сразу скажу. Ладно, все, я не успеваю дописать просто, поэтому будет так. Я уже все. Понятно. Но у меня уже есть предложение, как? Кто это написал. А что это у меня такое? Я попытаюсь это изобразить. Я уже придумал. Хотя не. Так, ладно. Я сейчас пытаюсь что-то нарисовать. Но мне кажется, это 100% Вова догадал то, что я сейчас рисую, потому что больше других предположений нет. Ладно, ну я не буду говорить, что мне попалось, иначе весь интерес пропадет так. Блин, а теперь пора рисовать. У меня уже есть одна догадка. Сейчас я пытался нарисовать вот эту чертовщину. Блин, капец, это сложно. Ё-моё, я случайно нажал на сброс. Ку-ку. Ты чё, всё стёр, что ли? Нет. Ой, блин. Я... Пожалуйста, не надо. Я случайно сбросил. И не на ту кнопку нажал. Тимур, прости, что я случайно сбросил. Я не на ту кнопку нажал. Так, ладно, я уже как-то пытаюсь дорисовывать. Блин, ну, к сожалению, у меня картина получится неполная. Так что вы, пацаны, как хотите, вот так-то будет. Так. А, ой. А, так вот стёрка тут. Я всё это время думал, где тут стёрка. Всё, я жду, когда вы нарисуете. Мне полжизни тут надо... Нет. Блин! Хотя бы это стереть, этот бред и все. Ну все, я дописал. Ой. Я кое-как, но дописал. Фух, я уже устрался. Блин, я только сейчас понял, что руки не нарисовал. Ладно. Так, ладно. Ну я все, я закончу уже. Сейчас, подождите. Ладно, давай, пиши, Вова, мы тебя... Все, я написал.
получать от вас швабры, ножи и все такое. Ладно, включаю. Вредный Вова не хочет от Артема детей. Чё? Чё нафиг? Ладно, кто там дальше? Синий пупси. Ну, я так и знал, что это Вова загадал. Я кое-как пытался нарисовать. А потом посмотришь, что я написал. Я руки забыл нарисовать. Вышню играть траву. Мы будем есть еще. Ой, а кстати, у вас продолжил он. Тимур, это отлично. Ладно. Французский закон. Капуста. А, так вот кто мне. Логично. Ладно, сейчас опять, короче, продолжаем этот же режим. Это четвертая у нас в нем игра. Сейчас будет, мне кажется, еще веселее. Yes. У меня готово. Почему-то опять кажется, кто это нарисовал, потому что у меня уже есть такое маленькое предположение, кто бы это мог нарисовать. А кто это? Если я сейчас прочту, что написано, и веселье все пропадет. Так что я палить не буду. Окей, окей. Так, ладно. Ладно, сейчас пытаемся нарисовать. Я не знаю, насколько это, конечно, правдоподобно, но пофиг. Ой-ой-ой-ой-ой, у меня пошло, тело пошло через жопу, так, ладно. Ну, подождите, я хочу кое-что еще туда работать. Так, это... Ну, у меня есть предположение, кто это написал, поэтому да. Ладно. Так, ладно, попытаюсь. Да не знаю, кто это даже, но... Так, все. Я уже нарисовал. Так, у меня готово. У меня готово. Это хер пойми чё, это то же самое, а это вы поняли. Это вот хер пойми чё. Это... Вы поняли? Ладно, а это я осуждение. Я знаю, так, стоп. А что это? Блин, я не ту кнопку нажал. Я один, похоже, записываю. Да, я один записываю. Все, готово, короче. Ладно, короче, начинаем. Ломтик сидит на горшке полный. Ну да, я написал. А где Лунтик? Где Лунтик? Это что такое? Может, из смешарика. Какой хер? Они ёмят из смешариков. Прыгай на слово. Ну да, я так и знал, что это Вова написал. А это кто? Ладно, а пахнет я. Чтобы посрать перед сном, посрать, не надо ни на какашку. А, вот, это ты, Вова, еще зарисовал. Да, странная вещь. Я не буду вот писать, что это второе за вещь такая. Очень странная. Ну, все поняли, да, короче, сейчас. Что у нас такого интересного выбрать из этих вот всех вещей? Давайте пойдемте в плагиат. Давайте. Давай. Одну картинку, а остальные должны будут повторить это. Как вам идея? Давайте. Хороший. Если что, вы сами согласились. Да. Так,
Ладно, и сейчас будем пытаться рисовать какое-то творчество. А, так. Хочу делать одно, а мой сердце совсем другое. Блин, Андрей, ладно. Мне кажется, систему переломал. Кто это, блин, кому это тут придется поменять? Да-да-да, вот такая вещь. Мне кажется, вы никто не поймет, что это, потому что... нереально повторить. Ой, блин, у меня получилась какая-то страшная хрень. Не то, что я хочу. Да у меня тоже сейчас получится какая-то страшная херь. Да, давайте не просто будет пока. Да что ж такое-то? Да что ж такое-то? Я пытаюсь нарисовать творение искусства, а получается творение нечисти. Ой, короче, я все перерисовываю, у меня херня получилась полная. Ладно, осталось не так уж и много времени. Так, ладно. Я пытаюсь подумать, что сейчас бы нарисовать. Ладно. Попытка не пытка. Да у меня вообще какая-то херня сейчас получится. Так, ну короче, я, если что, пацаны, заново все перерисовываю, потому что прошлое произведение искусства у меня вызвало панику. Все, по идее, так, я закончил. Сейчас мы еще кое-что тут дорисуем. Так, ну-ка. Так, сейчас берем вот такой. Так, черный. Так. Ну-ка, по идее. Да, не по идее, нет. Все. А, осуждаю. Так, ладно. Это мистер. Там нарисовать. Это я забыл, что я нарисовал. Блин, я не... А, пацаны, у меня плохая новость. Время с каждым разом уменьшается. Нужно как-то быстрее хотя бы что-то рисовать. Так что пытайтесь как-то рисовать. Не, ну это ладно, я не буду писать. Это, ну, хорошие помидоры, понимаете? Готовить нам. Ладно. Ой, я все, я нарисовал все, что смог. Потому что у меня руки не всемогущие. То же самое. Эта пятая игра у нас проходит очень замечательно. А, я понял. Ладно. Нарисовать я, в принципе, запомнил, потому что это было легко. Я знаю, кто это рисовал. Все, у меня готово. Я не знаю. Все, я закончил, остался Тимур. Я хочу просто усовершенствовать. Так, ладно, сейчас посмотрим. Так, ладно, начинаем. Смотрите сюда внимательно. А, я это, понял. Это скорее всего Вова. Это, скорее всего, Вове выпало. А, не, а. Ну, я пытался нарисовать женские вот эти гормоны, ладно. Да, как это у тебя так получилось? Ой, я случайно... У меня? Я случайно... Люми. А, все нормально, фух, я уж... Я уж испугался. Это вот кто этих гусениц? А, ну, я у меня был. Я, короче, перезагрузил страницу. Это что за ежи? А дальше как я понял, мой рисунок, да, будут повторять? Если нас, мне кажется, понял, да-да-да, вот кто это нарисовал. Ну я как-то пытался повторить, но у меня хреново получилось. Хотя цветание, которое я запомнил. Что вы написали? А, ну понятно. Там слова не рисуй, пожалуйста, тебя ютуб. Давайте лучше в обычную игру. Я буду задолбливаться так. Согласен. Возвращаемся с Марса на Землю.
меня есть план. Ладно, ну я хочу, чтобы появилась идея, что написать. О, все, я придумал. Все, я тоже написал. Ладно, сразу мне. Ой-ой-ой, не туда пошло так. А, так. Так, сейчас, подождите. Опа. Ладно, на всякий случай, тут надо, наверное, вот так вот обвести, потом вот так, потом вот так, вот так. Не обращайте внимания, это должно было получиться совсем. Так. Так, ладно, короче. Аккуратненько рисуем. Так вот. Хотя не, давайте, давай. Короче, у меня есть план, что я нарисую Миха и Вова. Ну-ка. Такое даже никак не нарисовал. Поэтому я хочу это сделать прямо сейчас. Такое прикольное, даже не осуждаем. Ладно, короче. Мы сейчас ждем остальных. Это у нас по счету только... уже шестая игра. Сейчас мы, короче, узнаем, что у нас сейчас за творения будут. Ну, такие произведения искусства. Да мне херня, как это получилось. Ну, короче, вы поняли. В следующий раз пятерка получится. Короче, я задрался, буду одни члены рисовать. Короче. А, ну ладно, все. Ладно, Вову мы прощаем. Он у нас задолбался. Ладно, я набегал, все, готово. Я тоже. Так, ладно, а, все, погнали снова. Слушаем. Чё? Какая она, Петровна? Чё ты за бред несёшь? Так, а что, Вова? Корова нюхает подмышки. О, корова нюхает подмышки? А, это корова была? Блин. Боже упаси. Не похоже на корову. Короче, последний. Стоянка на стоянке. А, вот что ты писал. У меня пиявка вот такая получилась. Ну вот так, я так вижу. Какие нахрен светофоры? Ты где тут видишь семью? Никакую. Начинаем с новой игру. Это сейчас вот эта игра и еще две, и мы закончим видео. Так, ладно. Все, я написал. Будь здоров, Вова, не будь лапшой. Я не чихал. А, ну ты не чихал? Ну кашлянул, ну это тоже считается. Я тоже не кашлянул. Про тебя мы вообще молчим. Так, кто у нас еще не дописал? Я написал уже все. Ага, значит это Тимур пишет еще там. А, я понял. Ну, я что? Немножечко предполагаю, кто это опять пишет такое вот. А кто? Кто? Так, сейчас пытаемся нарисовать. Чтобы ладно было, не знаю. Я хочу поставить немного пошаманить. Да, что это у меня такое? Будут все осуждать.
Там опять Вова там. По-любому Вова там что-то отличное написал. Да? Ага. Вот это мое лицо, когда я просыпаюсь. Шучу, конечно, ну ладно. Да блин. Так, Миха еще рисует. Так, я рисую, и кто еще? Я уже нарисовал. Я тоже, я еще рисую. Так, я, по идее, сейчас должен дорисовать, по идее, да-да-да, я... А, все, я последний, все, вот. Всего? Да, блин, а... Выбор сложный, так что пока не знаю, понятно. Над этим шед... Че это за шедевр такой? А чё, нельзя поржать? Конечно, можно. А, это ты написал? Серьёзно? Да. Я не знал, я думал, это Тимур написал. Свинья на букашке. Что, Тимур? Это точно ты? Синус, число пи, писинус, какой писинус? Чего? А, опять. Ладно. Согласен, ладно. Ладно, сейчас начинаем новую игру. Следующая игра будет последней, к сожалению. Эх, жалко. Да. А, ой. А, нет, ты не нажал, оказывается. Ладно, тогда мы лучше. Я уже нажал. Так. Не знаю, там вместилось или нет. Блин! Ой, блин! Блин, всё, у меня тут одно слово не то. Всё, сейчас готово. Так. А что это? Я только ещё понял. Ладно, так. Нарисуй. Вы чё, я не понял, поэтому ладно. Так. И дальше поехали. Мне кажется, кое-кто будет в шоке с нарисунком. Кому это, если это кому-то сейчас попадётся. Сейчас он. Но это еще не я писал, поэтому мы с ним. Ну да, потому что это ясно, что не ты писал, потому что... А, нет, я знаю, такое, то, что я сейчас что-то делал. Ну ладно. Потому что это из-за этого... Ну, короче, мы сейчас после игры все узнаем, кто это был. Нет, никак не было, кто это не был. Красивый Тим Вулич. Ну, я примерно так вот эту картину вижу, как мне задали ее. Ой, блин, а! Куда? Так. Ролик, давай, у нас тут без шуток. О, получилось, наконец-то у меня впервые в жизни все получилось. Ну, конечно, не впервые в жизни у меня получилось. Впервые может получиться родиться. Вот что. Так, ладно. Блин, нет. Блин, ну по... Пока что получается. Блять.
хотел лучше делать вот так. Блин! Я случайно сделал все таким вот. Вот, теперь нормально. Блин, а. Бля, чё это такое? Чё это я нарисовал? Вова, не бойся. Блин, время не остается, чёрт. Ну вы поняли, что я там нарисовал. А, стоп, сейчас. А, блядь. А, я кому-нибудь так пизды надаю, ладно. Ну-ка. Я, кажется, понял. Так, ладно. Все, я написал. Ух, теперь уже все понял. Ладно. Сейчас игра закончится у нас. Да-да-да. Эх, жалко. Я понял, это все. А, все. Нести бензопилу, Колорочек. Ах ты, тварь. Нести бензопилу. Детектив прячет свой блеб. Ага, вот кто это написал. Ну я как-то нарисовал детектива и пенсию. А то не похоже разве? Не пернул, но перед нами все коровы и арка. А где? Это детектив получился. Это детектив. Да я понял, после этого газа. Перпендикулярного и лечения. Ну я понял, кто это. Я вообще не понял, что здесь должно быть. Белый колуб смотрит на апельсин. Я тут еще должен по-вашему увидеть. Ну ладно, короче, сейчас начинаем последнюю игру и все. И мы все, заканчиваем, к сожалению, видео. Эх, жалко. А так бы еще поиграл. Ладно, так, удобно. Так, сейчас нужно что-нибудь придумать. Что это? Попытка, не пытка. Интересно, что ты? Что они отреагируют? Я буду угорать. Я буду ржать. А, не, я буду в шоке так делать. Ага, понятно. Ага. Если хотят еще видео, то пусть ставят лайки и подписываются на канал, потому что это очень важно. Так. Так, ладно. Так. Блин, так, ладно, заново перерисуем. Ну и не получится так. Ладно, пофиг. Ну рисуй, что получается. Уже письки, в принципе, можно рисовать. Ладно. Я считаю так, что вот это получится. Всё, хуже, бедному, всё. В принципе, я готов. Я угораю над твоей фразой. Да, вроде. Так. Так, ладно. Как ты не... Всё, я, в принципе, написал. Сейчас будем, короче, смотреть свои последние результаты. Ну, по крайней мере, сегодня. Именно сегодня. А так я не знаю, когда мы напишем ещё подобную серию. Ну, в общем, ладно. Сейчас увидим наши результаты. Ну-ка. Всё. Смотрим.
Ладно. Девушка и парень засасывают друг друга. Ну, я написал. Ага. Их губы должны соединяться. Яйца для ананаса с углом угрюмого. Да какие тут яйца? Тут девушка должна была засосать парня. У меня как-то так получилось. Ой, осуждаем такое, осуждаем. Ай, понял. Красная хрень хочет омлет. А где омлет? Я не вижу никакого омлета. Не мог написать вот это яйца, тогда бы YouTube анекдоты неправильно понял. А, понятно, кто это написал. Ну я вот так яйца вижу, мне пофиг. Четыре штука. А, ну, четыре круга. Ну, все логично. Четыре круга. Я хотел за это... Ну, к сожалению, заканчивать видео. Всем пока, дорогие друзья. Подписывайтесь на моих друзей. Всем пока. Подпишись на мой канал. Пока-пока.